Порше сотрудничал с нацистами и неплохо на этом зарабатывал. А сам Гитлер участвовал в производстве автомобилей. Гитлер восхищался Порше. Вел с ним постоянную переписку. Сам Фердинанд не возражал от дружбы с лидером своего государства. Во время производства автомобиля Гитлер постоянно рассказывал и представлял свои идеи. И, конечно же, его мнение было ключевым. Также первоначальное финансирование проекта было за счет правительства. За год было выпущено более 30 тысяч автомобилей, но из-за начавшейся войны выпуск прекратился, а заводы Porsche начали работать на военные нужды. Porsche это удавалось хорошо. Но поражение в войне нанесло серьезный урон Porsche. Было уничтожено конструкторское бюро компании вместе со всеми архивами и чертежами, а сам Porsche с семьей были арестованы за сотрудничество с нацистами. Однако, все же через год его выпустили, и уже в конце 1946 года началось производство Beetle и других автомобилей в новых темпах.